Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Александр. Сегодня я расскажу об очень популярной коляске в магазине «Первая коляска», в сети магазинов «Первая коляска». Это коляска от компании Moon Nuova с приставкой Air. Air у нас говорит о том, что у нас появились надувные колеса. И, кстати, 21-20 год немножечко отличается по комплектации. Это в самом конце видео я вам тоже расскажу. Ну, собственно, кто вообще не знает, что это за коляска, сегодня я сделаю на нее обзор. Так что вы садитесь поудобнее, заваривайте чаечек и будем с вами ее изучать. Комплектация 2 в 1. Начнем изучение с люльки и пойдем сверху вниз. Кстати, что касается материалов, у Moon всегда используется материал. Знаете, есть такие диваны, да, с такой типа мешковины. Я очень люблю этот материал, он для меня такой уютный, я даже домой себе покупал всегда такого рода диваны, и мне лично ткань очень нравится. Уютная, приятная ткань, и самое главное, она очень износостойкая и долго не теряет товарный вид. В общем, за ткань здесь 5 баллов. Все супер. Что касается козырька, вы видите, здесь еще у нас одна секция. Ее можно закрыть, если нужно. Вот так на замочек. Но обычно этого, в принципе, никто не делает. Здесь также есть у нас еще одно окошечко смотровое для проветривания с москитной сеточкой. Летом будет актуально использовать. В козырьке у нас также есть вот такое вот отверстие с ручкой на магнитике, чтобы мы могли ее транспортировать. Единственное, переносить нужно будет вот в таком состоянии, чтобы развесовка была правильная. Что касается внутренности, здесь у нас накидочка на ножки используется очень хорошая, в том плане, что она закрывает ребенка полностью герметично, потому что она на замочке, а не на липучках, магнитиках и тому подобное. Ну а вишенка на торте здесь — это матрас. Как вы видите, люлька очень большая. Размер, если я не ошибаюсь, 34 на 80. Это очень крупная люлька, она действительно большая. И в меховом конверте на такой хорошей шкурке овчинки конверт с ребеночком поместится очень хорошо. И вот матрасик. Это, наверное, самый лучший вообще эталонный матрасик, который я видел в колясках в принципе. Есть коляски 100 тысяч плюс бюджет, и в них даже нет такого классного матраса. В общем, здесь за матрасик им огромное спасибо. Матрас очень качественный, большой, толстый, очень мягенький и очень крутая ткань. В общем, ребенок будет кайфовать. В этом плане все супер. Вот, в целом по люльке здесь особо много не расскажешь. В общем, люлька удовлетворит большинство требований любых родителей. И летом хорошо, и зимой все помещается. В общем, здорово. На основании, кстати, люльки у нас ножки, поэтому можем спокойно ее ставить куда угодно. И с вальтом, ну, не испортим саму люльку. У многих люлек нету ножек. Вот такая вот, ситуация. Давайте посмотрим. Посмотрим с вами на прогулочный блок. Блок большой, он, естественно, реверсивный, и по ходу, и против хода его можно ставить. И что хорошо, здесь очень интересные характеристики у блока, в том плане, что само сиденье здесь можно ставить под... Секунду. Да. Вот так вот, под 95 градусов. 170 лежит ребенок, 95 сидит. Такая хорошая капитанская посадка. И что еще для комфорта здесь сделано хорошо, это здоровенный толстый матрасик. Она реально очень мягкая вся сидушка. Ребенку будет комфортно 100%. Что касается безопасности, у нас бампер с кожей, эко-кожей обит, с прострочкой, все ровненько, красиво. Также у нас пятиточные ремни с мягкими накладками на плечевой зоне, но на паховой зоне нет мягкой накладки. Но здесь есть вот такая перемычка, которую можно вот так вот закрепить. И в принципе, даже когда ребенок чуть подрастет, не пристегивает, ребенок не выскользнет, все хорошо. Регулируемая подножка, естественно, как без этого. Здесь материал снизу эко-кожа, чтобы мы могли чистить это все спокойно, чуть ли не щеткой с мылом. Все будет хорошо. Давайте я опущу в лежачее положение. Козырек поднимем. Подножечку. Вот и, собственно, уютное гнездышко для ребенка, потому что здесь
нормально все со сном у ребенка, 170 градусов, напоминаю, лежачее положение, реверсивный блок, места много, козырек большой, в общем, все сделано хорошо. Также в козырьке у нас такая же есть возможность откинуть с москитной сеточкой, такое отверстие создать, чтобы все продувалось, вдруг вы живете на югах, поэтому будет очень даже актуально. Что касается самой рамы, давайте на нее посмотрим. Ручка у нас здесь регулируется по высоте. Бывает телескопическая система, она выезжает. Здесь нет, здесь у нас наклон. Мой рост 186 сантиметров, поэтому вот смотрите, проецируйте там на свой рост, как будет приблизительно вам. Мне 99% ручек подходит, поэтому я не знаю. Но судя по диапазону, даже очень невысокие родители смогут подобрать под себя высоту, и очень высоким она тоже подойдет. Единственное, из-за того, что она не телескопическая, а наклоняется, в самом высоком положении, вот с таким хватом вы будете цеплять немножечко коляску, и надо будет отодвигать дальше ее, руки больше выпрямлять. Вот, собственно, и все. Что касается рамы. Рама вообще очень сильная сторона этой коляски, потому что Moon у них скажем так, они щепетильно относятся к надежности. Это единственный, наверное, бренд на моей памяти, который проводит реальные ресурсные испытания своих узлов. И это, наверное, самые неубиваемые коляски, которые я видел. По ним, в принципе, нет гарантийных обращений. Я даже не помню ни одного случая. Вот, поэтому сборка тут прекрасная. Приставка Air нам говорит о том, что здесь у нас надувные колеса, они большие. Из-за надувных колес она стала чуть-чуть тяжелее. Технические характеристики я чуть позже скажу, но они же есть и в описании внизу, по ссылке пройдите, First Buggy, прям ссылка на эту коляску откроется, и вы прям все прочитаете в сантиметрах, миллиметрах. Вот это все есть. Вот, но с надувными колесами она стала тише, мягче, но чуточку тяжелее. Вот. Естественно, передние колеса блокируются, чтобы они не поворачивали. Амортизация у нас есть на всех колесах. Нормальный, приличный у нас здесь багажник. Самое важное, что он высоко от земли, и любой поребрик, бордюр, там, куда бы вы ни заезжали, везде проедете и не будете чиркать. У основания, в основании, точнее говоря, здесь пластины в багажнике, и тем самым он не будет провисать. В общем, с этим все окей. Тормоз у нас самый классный. Сверху нажимаем, блокируем, и также сверху разблокируем. Обувь вы пачкать не будете. Все четенько. Также у нас есть здесь кармашек небольшой, чтобы мы могли как бы что-то сюда положить. В общем, все хорошо. Так, давайте теперь с вами посмотрим, как она складывается, потому что это важный момент. Сложить ее вместе с блоком теоретически можно, но она будет здоровенная, поэтому этот блок мы в любом случае снимаем. Это у нас будет вторым элементом. Отдельно складываем колясочку. Смотрите, чтобы правильно сложить, вам нужно вот так отъехать чуть-чуть назад, чтобы передние колеса развернулись. Потом вот так вот складываем. И она у нас может таким образом стоять. Видите, если я вот поставлю сейчас сюда прогулочный блок, вот так он будет торчать. Так вот, это не важно. Она будет большой. Поэтому это обычно происходит вот, вот так вот. И каким-то вот таким образом она упаковывается, подгибая подножку. Вот так только ее можно сделать компактнее, но не сложить вместе. К сожалению, в этой модели так сделать нельзя. Рама на самом деле очень легкая. Вообще вес около 15 килограмм и с прогулочным блоком, и с люлькой. Там с прогулочным блоком буквально чуточку тяжелее. Но в целом около 15 килограмм в любом случае. У вас будет вес. Это все из-за надувных колес. Она стала комфортнее, но тяжелее. Так, давайте посмотрим той разницы в комплектации 2020 год и 2021 год. Сразу разберем и технические характеристики заодно. Вообще 3 года производитель дает гарантию. С люлькой вес 15, с сиденьем с прогулочным 15,3. Прогулочный блок вот, в сидячем положении 95 градусов, в горизонтальном 170 градусов, 63 сантиметра, кстати, колесная база, то бишь вы в стандартный лифт в старых застройках заедете.
Вот. И 22 килограмма веса ребенка выдерживает. А что касается разницы в комплектации, дождевик для люльки и прогулочного блока будет в 2020 году, а фирменный подстаканник будет в 2021 году. То бишь, что-то появится, что-то убирается. И адаптеры для люльки установки, автолюльки, я имею в виду, они будут идти в 2021 и в 2020 года, в любом случае в комплекте они будут. Но небольшой совет, не выбирайте, исходя из комплектации коляски. Коляску можно всегда доукомплектовать. Это копеечный вопрос, подстаканник, там, москитка, это все 300, 400, там, 500 рублей. Поэтому выбрали хорошую коляску, если этого нет, докупили. Вот, собственно, и все. Мое коротенькое мнение. Я очень уважительно отношусь к бренду Moon, потому что зарекомендовали они себя как очень надежные и проверенные коляски годами. Вот. Поэтому их смело мы всегда рекомендуем, потому что проверены это как автомат Калашников. Не откажет нигде. Будет всегда хорошо работать. Ну а вы, естественно, можете это приобрести в магазине «Первая коляска». У нас 11 магазинов по России. Можете с ребеночком приехать, повыбирать, покатать. Можете даже две коляски на выбор заказать домой. Вам привезут, вы выберете одну, другую курьер увезет. В общем, все для вас. Напоминаю, ссылка на коляску внизу в описании. Вот, можете пройти и заказать. Ну, если обзор вам был полезен, интересен, ставьте свой лайк, подписывайтесь на канал. Это очень помогает развитию моего канала. А вам хочу лишь пожелать всего доброго и удачи!